27 сентября в России отмечается День работников дошкольного образования. По этому случаю администрация муниципалитета отметила профессионализм сотрудников Видновского специализированного дома ребенка. На торжественном мероприятии собрались руководители, воспитатели, медицинские сестры и другие работники учреждения. Кроме медицинской деятельности, дом ребенка занимается образованием детей с самого раннего возраста. Безусловно, отметили и труд, который выполняется, и коллектив, и руководитель. Все на высоком уровне. Замечательное учреждение, мы всегда восхищаемся и гордимся вами и вашей работой. И вашими сотрудниками. Низко-низко кланяюсь вашей профессии. Желаю вам всего-всего самого доброго, вам, вашим семьям, здоровья вам, счастья, благополучия, успехов, мира. И спасибо вам еще раз, очень огромное спасибо за вашу работу. Сейчас в доме ребенка работают 2 педагога-психолога, 6 логопедов и 25 воспитателей. Нужно просто помогать детям, нужно, чтобы кто-то за нашими детьми следил, наверное, любил, тепло приносил, ласку, особенно нашим детям, которые как бы все-таки мы для них мамы. Одновременно в учреждении могут находиться более 100 детей. В этом году, благодаря губернаторской программе развития здравоохранения, здесь появился новый лечебно-административный корпус с приемно-карантинным отделением. Мы получили прекрасное современное здание, где будут боксированные палаты для приема детей в любое время, круглосуточно. Мы получили плавательный бассейн, водолечебницу, ну, естественно, безусловно, кабинетные системы для сотрудников, которые занимали групповые помещения в главном корпусе. В следующем году дому ребенка исполнится 80 лет.